Откуда у Лёки часы, Маш? Скорее всего, сама подарила. Маш любит Лёку, как ни странно. А зачем они ему? Они же не ходят. Лёка часовщик, да? Нет, Лёка философ. Он хочет повернуть время вспять. Но это же невозможно. Полина? 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 Полина, ты что, уснула? Ой, извините, пожалуйста. Можем, готово. Приготовились, тишина. Начали. Добрый день. Мы вновь в студии женского ток-шоу «Мой идеал». Я Полина Кирсанова. И сегодня мужчину мечты нам поможет найти известный психоаналитик, автор книги «Притягиваем успех» Валентин Урожаев. Встречайте. Итак, Валентин, скажите, как же все-таки притянуть успех? Добрый день. Благодарю вас, Полина, но боюсь, что вы лукавите. Вам ли не знать? Известная журналистка, популярная телеведущая, автор бестселлеров. Вот видите, вы улыбаетесь. Перед вами, друзья, живой пример волшебной силы комплимента. Пожалуй, сегодня с него и начнем. А скажите, Полина, в повседневной жизни вы часто слышите комплименты? Полина. Полина? Полина, что с тобой сегодня? Полина, ау! Давайте 10 минут перерыв. Перерыв 10 минут. Спасибо. Извините, никто пожалуйста. Не расходится. Кому? Что? Не знаю. Я не знаю тоже. Нам бы тоже. Последний раз я выйти. По-моему, лучше собирать монетки. От них есть польза, и они красивее. Нравится? Угу. Тогда дарю. На память. Ты ведь завтра уезжаешь. Полина. Что случилось? Слушай, что-то у меня голова разболелась. Это, наверное, от недосыпа. Ты как врач должен разбираться. Ну, сейчас я не врач, а опытный зритель популярного ток-шоу. И мой самый верный поклонник. Спасибо. Все-таки решила поехать. Слушай, ты не знаешь, где мои таблетки? Полина, там... Что это? Я думал, после записи программы, типа сюрприз. В общем, выходи за меня. Наденешь? Сейчас я... Я не могу, я снималась без кольца. Это значит нет? Это означает, что мне нужно подумать. Сколько? 2 года было мало? Андрей, ну пожалуйста, дай мне еще времени. Ну хотя бы пока я буду у бабушки. Ты ведь не за наследством туда едешь. В телеграмме сказано, что приглашены все. И ты знаешь, что встретишь его там, так? Полина! Полина! Андрей, прости, меня ждут. Бывали здесь раньше? Лет 20 назад, если это считается. Ну, теперь-то все изменилось. Посмотрим. Спасибо. Не за что. Хорошо вам отдохнуть.
Как же мы тебя тогда называли? Белка! Ничего себе, а! Такая, как в телеке. Ну, только еще лучше. А я шила. Вспомнила. Привет. Привет. Ну что, готова? А все уже собрались? Теперь да. Почти. Я помогу? Пойдем, мы тебя заждались. Где ты была, а? Па-па-па-пам! Это Белка. Ростик. Это Ростик. Еще один твой архангельский брательник. Может он тебя потрогать? Я думаю, да. Можешь ее потрогать. Да как? Осталось раздать стеклянные бусы аборигенам, чтобы счастливить Привет. Их окончательно. Привет. Маш. А Маш, как обычно, не в духе. Полин, не обращай внимания. Здравствуй, Маш. Прямиком из Монако, детка? Ну или где там проводят время гламурные писаки? За рабочим столом 12 часов кряду. С перерывом на короткий сон. Ай-яй-яй. Хуже только на китайской птицефабрике. Как бы тебе не надорваться, бедняжки. Я держусь. Угу. Возьми. Спасибо. Миш, привет. Интересный журнал? Смотря кому. В смысле? Спасибо. В смысле, не глянцевый. Как здорово, что ты приехал. У нас девчонки в отделе ни одной твоей статьи не пропускают. Я все твои передачи видел. Ты хорошо держишься. И без автографа я отсюда не уеду. Ученик. Да, мне тоже нужен автограф, если можно. Конечно, надо же, какой ажиотаж. А может, нам тоже встать в очередь за автографами, пока она не растянулась до Владивостока? Мне даже страшно представить, что начнется, когда приедет Сережа. Ростик, что там? А когда он приедет? Проконсультируйся у Таты. Они, как ни странно, общались в интернете. Или у дурачка спроси. Ну, правда, он все время путает время, даты. Ты Лёку имеешь в виду? Не только. Остальные умело маскируются. И чё? А если так? Так Лёка тоже здесь? Ну, это ненадолго. Маш, ну ты чё, а? Ясно ведь, что Сережа его не бросит. Конечно. Определит в дурдом с бассейном и барной стойкой. Это же очевидно. Караоке. Что? Караоке забыл. А-а-а. Барная стойка, бассейн и караоке. Я тебя провожу. Не надо, я сама. А ты где хочешь поселиться? В Шкиперской. Она свободна? Да. А ты дорогу-то помнишь? Найду. Аля? Тата. Правда, тата. Точно дорогу помню? Найду. Прости, что сразу тебя не узнала. Да не за что извиняться. Когда мы виделись последний раз, мне было 8. Черное и белое не носить, да и нет, не говорить. Ты никогда не проигрывала. А ты дружила с Сережей.
Скажи, ты видела его после того августа? Здесь никто никого не видел. После того августа. Странно, правда? А ведь все братья и сестры. Двоюродные. Так что можешь особо не сокрушаться по этому поводу. А ты по-прежнему живешь в Глазове? Я все так же живу в Глазове. Все так же занимаюсь промышленным дизайном. Не замужем. С последним бойфрендом рассталась полгода назад, но это так, чтобы покончить с формальностями. Я так понимаю, что дальше мой ход? Ты здесь вторая по величине фигура и популярности после Сережи. Все только о вас и говорят. А ты не знаешь, когда он приедет? Если приедет. Бабкино наследство ему и даром не надо. Я астронавт Нил Армстронг. А я Полина. Та самая Полина, которая приплыла сюда на лодке с острова Хансю? Нет, я из Питера. На поезде приехала. Точно. Только Полина тебе никак не годится. Я буду называть тебя Белкой. Почему? Потому. Я не Белка. И вообще, это моя комната. Ой, ты Белка, и эта комната моя. Ты приехала сюда раньше, поэтому бабушка отдала ее тебе. А мне теперь придется ночевать на чердаке. Я возьму книги и уйду. Ясно? Ясно. Лёка. А я Белка. Ты помнишь Белку? Прости, пожалуйста, что я не смогла приехать на похороны бабушки, меня не отпустили со съемок. Садись. Садись, садись. Лёка, Лёка, не сердится. Очень скучаешь по бабуле. Лёка скучает. Очень. Лёке грустно. Я тебя понимаю. Ты один был на похоронах бабушки. Никто не приехал. Был еще человек. Ну, конечно, Сережа. А он скоро приедет. Лёка... ждет Сережу очень давно. Давно? Но бабушка умерла месяц назад. Я же ничего не путаю, Лёка. Лёка устал. Лёка устал.
абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Андрей Петрович. Андрей Петрович. Андрей Петрович. Да. Для операции все готово. Вас ждут. Иду. Спасибо. Чертям всю эту рухлядь. Во-во-во, точно. Будем сидеть на полу, жрать хавчик руками. И пить из одного стакана, и потом узнаем, кто о чем думает. Я тебе без стакана скажу. Черт вас сюда принес, родственнички. Пропадите вы все пропадом. А если так окажется, что эту развалюху бабуля завещала именно тебе? Чего тут гадать, а? Вот, послезавтра узнаем то, что получится. Удивительное дело. 20 лет никто из вас сюда и носа не показывал. Но стоило бабке загнуться, как все слетелись до единого. Ну, первыми-то прилетели вы с Мишем. Да. А вы ее не очень-то любили, да? Старуху-то? Ну? Да мы ее терпеть не могли. Такие шмодряные людишки, да, Микель? Само собой. Надеюсь, бабуля помнила об этом, когда писала завещание. Так, ну, может, хватит уже лаяться, а? Хотя бы один вечер можно провести спокойно, по-родственному. Иди сюда. Ага. Ну. Так и думала, что их забуду. Ага. Приветики. Привет. Привет. Я Алька. А это брат Гулька, помнишь? Да я... А, да. Меня давно так никто не зовет. Привет. Я Никита. Никита, привет. Он жирный тогда был. Да что ты начинаешь? Ну, хорошо, толстый. Я тебе сказал, не начинай. Ну, хорошо, сейчас красавец вообще. Ну, вот это другое дело. Слушай, мы читаем твою книгу. Это так круто. Ты такая талантливая, Полиночка. Спасибо. Подпиши, пожалуйста. Ой, ну... Пожалуйста. Ладно, давай. Так. А кино, кстати, по ней будут снимать? Не знаю, возможно. Это же просто супер! Ты имей меня в виду, потому что я актриса, а Никита, он режиссер мега крутой. Я вообще-то помощник режиссера. Пока. А. Ну, в общем, я могу какую-нибудь там не главную роль сыграть, но и с главной ролью тоже хорошо справлюсь. Вот он знает. Да, Никит? Ты не приставай к человеку пока, ладно? А чё такого-то? Кстати, как тебе остальные-то? По мне, это сборище просто лузеров. Маш? Маш, алкоголичка. Другие вообще не лучше. Если б не бабкино наследство, мы бы тут и часа не продержались. Чёрт, не густо. Когда успели все вылакать? Ну что, пень с глазами, скоро упекут тебя в психушку. Только моли Бога, чтоб нашли дурдом поприличнее. А что у тебя там? Бабкины цацки? Ну-ка, показывай. Идиот. Чертов. Добрый вечер. Ничего не перепутали, детишки? Оскар выдают не здесь.
Да, здесь с утра до вечера заливают глотки дешевым пойлом. Да? Ну так, если хочешь, сгоняй за дорогим. Да пошла ты. А кто это придумал? Тот, кто ничего не забыл. А по-моему, прекрасно. Смотри. Все вот как было. Только не хватает манной каши и компота. И пса, 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 пса. Не хватает нашего пса, как его звали. Наша собака. А, сейчас, сейчас, сейчас. Дружок. Не-не-не. Какой дружок? Ну а как? Да. Ну какой дружок? Ну а как? Творожок? Нет, ну... Стежок! Точно, вспомнил. Все, он давно сдох! Хватит быть сентиментальными идиотами. Бабуля. Здесь, здесь сидит бабуля. Ну так, может, пригласим старушку? Ты сходи за ней. Сходи. Грибков? Нет, спасибо. Спасибо. На твоем месте я бы не так усиленно качала права, Маш. А мне нравится мое место. Очень удобно. Ты здесь не хозяйка. Ну, поживем и видим. Да. Ну, кто начнет? Я. Начну я. Водка, водка, огуречек. А ты спился, человечек. Ну, понятно. Значит, начну я. Я понял. Хорошо. А, я предлагаю выпить за встречу. Все-таки целую жизнь не виделись. А, лично я очень рад. Еще бы не радоваться. Бабка наконец окочурилась. И что-то можно поиметь, это я считаю. Я очень рад вас всех видеть. Да, ну, по-моему, надо чаще встречаться. Да, давайте. Давайте. До тебя только дошло. А я и раньше так думал. Да? А бабке ты не думал? Как она тут жила? С больным сердцем, тромбозом и дураком на шее. Что ж ты раньше ты не заглянул? Ну, жизнь так сложилась. Да? Да-да. А у других? Тоже? Дай старуха попробуй. Лучше всех нас жила. Угу. Сережа ей бабло подбрасывал постоянно. Бабло, говоришь? Да. А мебелюшка-то на ладан дышит. А что? Часто бывает такое. Вот человек живет, он с хлеба на воду перебивается. Да, да, да. А да. Потом вот так бац, и под матрасом миллион баксов находит, да? А ты не все матрасы тут еще перетрясла. Никита, скажи, чтобы она заткнулась. Слушай, ты достала. Иди проспись и не порть вечер другим. Микель, где наш фотоаппарат? Наверху. А принеси. Сделаем групповое фото. Стервятники слетелись на дележку. Да нет, я ничего против не имею. Просто не нужно строить из себя святош. Никто здесь никого из себя не строит. Просто мы все имеем полное право по закону на это наследство. Это так... Ну, это так цивилизованно, вот. Вы смотрите, кто разговорился. Третья подползающая в массовке. Заслуженная артистка эпизода. У меня еще все впереди, в отличие от некоторых. Ну вот. Ну вот, пожалуйста. Началось в колхозе утро. Может быть, ты их успокоишь? Скажи что-нибудь, тебя послушают. Ты все-таки как-то знаменитость. Я здесь не в качестве знаменитости. Забыли, ладно? Я тебя прошу. Все. Никит, смотри. Я тебя прошу. Я просто Белка, это твоя сестра. А, хорошо. Молчу. Жду тебя сегодня в 7 вечера в конце аллеи возле старой яблони. Приходи, очень жду. Это дурацкий прикол. А это тебе. Здесь буква А стоит. А дальше-то что? А, точка, и все. Восемь? Да, сестренка, опоздала ты на свидание. Дай мне это. Кто это писал? Ну, если кто-то думает, что может нас выкурить отсюда этими дешевыми трюками, глубоко заблуждается. Мне только кажется, или у кого-то задница загорелась. Дрянь. Ты все подстроила. Ой, дрянь. Я, может, и дрянь. Да. Только не убийца.
Все еще хочешь знать, почему мы не приезжали? Выходи. Все время забываю, как тебя зовут. А впрочем, не важно. Для кого не важно? Для меня, разумеется. Это Белка. Я почему-то так и подумала. Для тебя я не Белка. У меня есть имя. Иди занимайся своими делами. Собирай ракушки, лови стрекоз. А ко взрослым не лезь. Это совет. Аста, перестань. Белка. Белка! Так и знала, что сбежишь оттуда. Ну что, показательные выступления уже закончились? Похоже, еще не начинались. Ну да, финал послезавтра, когда приедет нотариус. Тогда-то всех и увидим во всей красе. Кстати, если ты думаешь, что это я подложила записку, ну не знаю, там, чтобы побесить Маш. Так вот, я этого не делала. Я знаю, знаю. Я тебе верю. Не веришь? Но ты и не обязана. Что это? Нашла это вчера вечером у себя под подушкой. Пустой? Последняя страница. Стой! Да постой ты! Я знаю, о чем ты подумала, но это не Аста. Да на, посмотри ты повнимательней. Это Алька. Но? Но она же жива. Что за чертовщина? Предупреждение. Предупреждение? Ну, типа, давайте валите всего на то. Иначе что? Ну, не знаю. Случится то, что случилось с Астой. Прости, что напоминаю. Я никогда не забывала об этом. Сочувствую. Ты же помнишь условия? Наследство получит тот, кто присутствовал при оглашении завещания. Как говорится, меньше народу, больше кислороду. Ну что за глупости? А по-моему, не глупости. Участок земли в курортной зоне. Слушай, нужно спросить Альку об этой фотографии. Может, она объяснит, зачем? Что это такое? А если это не она подбросила? Ну а кто тогда? Да кто? Да кто угодно. Та еще семейка. А мне, значит, ты доверяешь? Простая логика, Белка. Да ты приехала только сегодня. Ты бы просто не успела мне подбросить фотографию. Да, кстати, у тебя же все в порядке. Ну, в отличие от здешних нищебродов. Слушай. Кстати, если что, я тоже нищебродка. Осторожно. Подожди, ты забыла альбом. Оставь себе на память.
Прости, пожалуйста. Я случайно. А ты почему живешь на чердаке? Дом мертвый. Бабули нет, дом мертвый. Лёка не любит мертвое. Мы не хотим тебе зла. Слышишь? Ложись сюда, ложись. Не стоило тебе так надираться. Не твое дело. Просто не могу смотреть на эту шубу трезвыми глазами. Просто поспи. А ты? Я с тобой посижу. Врешь. Пойдешь лизать задницу писаки. Она ж тебе нравится. Ты не в себе. Нравится, нравится. И чухонка нравилась. Ты думаешь, я забыла? Записочка-то твоя старая. Рукописи не горят. Все, тихо, ложись. Спи. Маш, злая. Не такая, как раньше. Нет, она всегда была такой. Ты просто не помнишь. Маша, она, наверное, не очень счастливая. А скажи, Сережа приезжал к бабушке? Да. Сережа любит бабулю и Лёку. А он вспоминал обо мне? Хотя бы иногда вспоминал про свою белку. Сережа любит белку. Он тебе говорил? Лёка всё видит. Лёке не надо говорить. Ты хороший. Спасибо тебе. А почему ты не дал ей в рожу? Кому я должен был дать в рожу? Этой убогой тапке. Твою сестру оскорбляет всякая шваль, а ты язык в задницу засунул. Опять ты про задницу. Да потому что тебе нравится задница. Потому что ты всю жизнь в ней живешь. Аниматор в отеле. Или где-то там посуду мыл, я что-то запамятовала. Во Франкфурте, на Майне или на Одере? На Майне. Кто тебя оттуда вытащил? Я тебе благодарен. Этого недостаточно. Я хочу знать, ты со мной? Ты же знаешь... Я хочу услышать еще раз. С тобой всегда. Всегда. Что бы ни произошло. Да. Мы больше никогда не будем ни в чем нуждаться. Я тебе обещаю, чего бы мне это ни стоило. Я не пьяна. Просто я никогда ничего не забываю. Ну. Смерть – ужасно неудобная штука, правда?
Как гвоздь в ботинке. Только и думаешь, как бы поскорее от него избавиться. От чего? От гвоздя или от ботинка? От дурных мыслей. Никто ничего не помнит. Но комнату Асты все точно сговорились не занимать. А ведь это лучшая комната в доме. Да. Ей всегда все доставалось самое лучшее. Белые волосы, зеленые глаза. Все, что осталось в памяти, какая она была? Она была красивая. Немного надменная. Но это ее не портило. Портило. Да, портило. Она постоянно дерзила бабульку, да? Она всем дерзила. А еще у нее был парень. Москвич на красном мотоцикле. Белые волосы, красный мотоцикл. Красиво. Кое-кого это страшно злило. Маш. Да. Они были врагами. Смертельными. Ростик, пошли. Стежок. Арбуз. Почему Лёка не принес? Я хочу тебе его. На, ешь. Итак, сегодня я... Иди гуляй. Получила письмо. Никому не интересно, что в нем. Никому. Можешь засунуть его себе в задницу. Ну и напрасно. На твоем месте, Мари, я бы очень заинтересовалась. С чего бы? Потому что оно о тебе. Любопытно, да? Нисколечки. Мне порвать его? Как хочешь. Но я-то знаю... Что в этом письме? Зеленые глаза, светлые волосы. Они чем-то похожи. С Астой. Ну... А эта фотография? Мне кажется, не к добру. Хватит страшилок на сегодня. Оп, отними. Оп-оп. Вилка! Оп-оп. А ну-ка отдай! Отдай! Оп! Оп! А ты? Почему не приезжала сюда все эти годы? А? Не знаю, не получалось. А потом бабушка не особенно меня любила. Она никого не любила. Потому что она была плохой человек. Хуже, чем мать. А мы не имеем права ее осуждать. Не можем ее осуждать. Я... Вот именно так всегда говорил мой отец. До самой смерти. И мой тоже. Мы не можем осуждать ту, которая пережила всех своих детей. Я тебе уверяю, она этого даже не заметила. Главное, чтобы с ней был рядом здесь дурачок и Сережа. О, ты жестокая. Оп. Оп. Обыкновенная. Белка. Поймала. Откуда у тебя это? Нил подарил. Бельч, привет. Нил, я с тобой. Тогда догоняй. Давай потом поиграем. Ну что, сегодня уезжаешь? Вещи уже собрала. Я хотела с тобой дружить. Я тоже хотела с тобой дружить. Нет. Тогда был Сережа. Один сплошной Сережа. Эй, отдай! Отдай, отдай! Отдай! Thank you.
А потом он накрасился, напялил парик, переоделся в женщину и начал бегать по всему Архангельску. Целые сутки мы его не могли выловить. Это же сюжет готовый. Да я на таких сюжетов еще целый вагон подгоню, если надо. Вот, а то в ваших сериалах такая лажа. Ну, знаешь, не мы пока сценарий пишем. Угу. А вообще Никита ассистент режиссера. Он мега крутой, он всегда на расхват. Но ассистент временно, потом он собирается стать... Угу. Продюсером. Так. Будет меня в главных ролях снимать. Вот. А когда мы получим долю, мы уедем в Штаты. Учиться. Ой. Я уже все придумала. Полиночка, мы думали, ты уже спишь. Что-то не спится. Ой, я тебя понимаю. Дом этот странный. Так. Вообще надо все продать. А чего? Хорошее место. Значит, тем более надо продать. А что ты будешь делать со своей долей, Полин? Ну как же так? Ну это неприлично. Не приставай к человеку. А что такого? Мы же родственники, да? Маш, я, конечно, не имею в виду, она жуткая мерзавка. Этот брат ее тоже такой странный. Вцепился в эту записку. Когда-то такую же записку он написал девушке по имени Аста. Жду тебя сегодня в 10 вечера в конце аллеи возле старой яблони. А на Машку не обращай внимания, она гадина. Но я плевать на нее хотела. Приходи. Очень тебя жду. 5 орфографических ошибок. Миш, ты чего? Кажется, кое-кто затеял войну против тиранов. Начинай обратный отчет. Тебе не жить, дрянь. Вы совсем не помните Асту? Тем летом. Я не помню. Мне было 5 лет. Я вообще ничего не помню. Даже когда Гулька был толстый, вылетела вообще. А как же та история про старшую кузину и Сталина? Она бы тоже могла сюда приехать, если бы ее не убили. В этом доме? Нет. Ее обнаружили на берегу. Через день после того, как она пропала. Убийцу так и не нашли. А мне не нравится этот разговор. Я не люблю копаться в прошлом. А вдруг ее убил маньяк? Или серийный убийца? Ты когда-нибудь имел с этим дело? Всякое бывало. Но это совсем другая история. К серии не имеет никакого отношения. Откуда ты знаешь? Интересовался. Собирал факты пару лет назад. Но сексуального контакта зафиксировано не было. Тогда это неинтересно. Я вот люблю в страшилках сниматься. Там, Крими, например. Вот что прям Крими-Крими было. Ты знаешь, что это такое? Ну, я догадываюсь. Слушайте, а что сегодня Татка выкатила за столом про убийцу? Она Маша обвинила? Слушайте, мы так и будем перерывать эту всю фигню. Почему же фигню? Очень даже интересно. Вот сколько ей было лет? Кому? Маш. Кажется, 18. Значит, Миш тоже 18. Одни же близнецы? Ага, они двойняшки. Не суть. Значит, они убили. О, а мотив? Ну, какой мотив? Какой мотив? Маш такая мерзавка, она кого угодно без мотива замочит. А этот вообще подкаблучник. Круто, с такой доказательной базой тебя даже до предварительного слушания не допустят. Получается, что они убийцы? Их надо выгнать, а долю поделить между нами. Я здорово придумала, Полин. Здорово. Подумай, что я боюсь червяков. А я и не думаю. И вообще, мой папа энтомолог, а мама серпентолог, специалист по змеям. Интересная у вас семейка. А кто твои родители? Никто. Я с ними давно не живу.
что такое? Кто это сделал? Мигель! Затаились, чертовы ублюдки! Нагадили, затаились! Кто подбросил мне эту мерзость? Успокойся, пожалуйста, все, наверное, еще спят. В этом доме лучше вообще не засыпать. Неизвестно, в каком аду проснешься. Успокойся. Иди ты к черту! Аста! Аста, подожди. Ты шарф свой забыл. Спасибо. Ну, холодно становится, простынешь, заболеешь. Что мы будем делать? Что произошло? Ах, какая жалость! Не удалось из-за угла подслушать, решила поближе подойти. Ты так орешь, что нет смысла подслушивать. А раньше ты находила в этом смысл. Пускай остальные дураки перед тобой шапки ломают. Заезжая столичная знаменитость, как же? Но я-то знаю тебе цену. Отойди от меня. Мы еще посчитаемся. Обещаю. Воришка. Да тут брать нечего. Старье одно. А что, ты в самом деле думала, что у старухи были спрятаны миллионы под кроватью? Я ничего не думала. Просто дед часто плавал за границу и привозил оттуда монеты всякие. Может, попасться какой-нибудь раритет, но это все куда-то исчезло. Ну, значит, продала все. Или кто-то спер. Что ты? Бабка берегла все секреты. Дай боже. Все под замок и ключ на шею. Тогда как, по-твоему, я открыла этот комод? А действительно, как? Проследила за дурачком. И это мог сделать каждый, кто был здесь после бабкиных похорон. А не боишься обнаружить скелет в шкафу? И открыть страшную тайну самого старшего и самой младшей из детей бабульки? Не боишься? Прекрати. Ты нас, Гулька, все детство этим пугал. Не прокатит, мы уже выросли, Шила. Сомневаюсь. Вот это винтаж. Вот, вот такие вот ищи. Ты решила урвать с паршивой овцы хоть шерсти клок, да? Именно. Слушай, а сколько может стоить этот дом? Этот дом? 100-500 миллионов. Подожди. Не, серьезно. Да ну, ничего он не стоит. Но могут заплатить за землю. Дорого? Недешево. Значит, нужно избавиться от двойняшек. Угу. И Полина. А что Полина? Она ведь богата. И что? И что дальше? Она что, должна тебе отдать свою долю? Это было бы очень здорово. Папахин. Смешной. А вот и он. Кто? Вот он. Кто? Ну скажи. Скелет в шкафу. Да какой скелет?
куда подевались все картины? Угу. Бабка унесла с собой в могилу. Очень остроумно. Да их Лёка в мастерскую к себе забрал. Здесь кораблик был. Я помню. Mm-hmm. Да, Машук. Корабль назывался Машук. Ты тоже помнишь? Ну, конечно, на нем же дед ходил. Это который 1000 лет назад утонул? Да, но не утонул, его волной в море смыло. Бедняжка. Да, бедняжка. Ну, осторожнее, они, бывают, возвращаются. Кто? Ну, те, которые в море пропали, они иногда возвращаются. Аля, ну что ты слушаешь его, а? Это же Ростик, он у нас это корабельный механик. По полгода в море шарахается и придумывает всякую ерунду, от нечего делать. Почему? Это очень интересно. И что, что? Что, что? Что тогда? Да я потом расскажу. Раз уж у нас утро началось с дивных воспоминаний, припомните, кто мне подбросил эту вещицу? Миш? А откуда это? Да я первый раз это вижу. Маша, что это ты так разволновалась, а? Я не волнуюсь. Я в бешенстве. А ты опохмеляться не пробовала? Говорят, помогает. Тебя забыла спросить. Тихо, тихо, тихо. Ну, извините, что ты нажралась вчера, как свинья. Был такой хороший вечер. Мы вспоминали то лето, там происшествия всякие. Где ты его нашла? Нашла? Какая-то скотина мне под подушку его подложила. Подождите, у меня тоже на самом деле появилась одна вещь. Ну, это так, мелочь, но просто ее не было вчера, а сегодня она появилась. Мелочь? Размером с шахматную фигуру? А ты с чего это взял? Да нет, просто лично мне подбросили вот этого ферзя белого. А тебе что? Часы карманные. Часы без стрелок. Бесполезная штука. Нет, ну если бы мне было лет 6, мне бы очень понравилось. А мне собаки и сейчас нравятся. Ой, какая хорошенькая. Ой, это же антиквариат. Точно. Правда? Ну да, да. Ну или в конце концов, это винтаж. Слушай, давай меняться. Ну, смотря на что. А я сейчас принесу. Подожди. А что тебе перепало? Так. Ну, скажите, вам это ничего не напоминает? Нет, мне лично ничего не напоминает. Нет, ты же сказал, что в 6 лет тебе бы… Детские секреты. Именно. Детские секреты. Слушайте, мне кажется, мы давно уже выросли из таких вещей. Не все. Ну, конечно. Идиот проклятый. Это же он так забавляется. Как же я сразу-то не догадалась. Точно. Точно, это же Лёкина мастерская. Там вот этой фигни всякой навалом. Нет, ну часы-то я помню, ладно, я видел. А вот это? Я не нашла. Аля, Аль, ты чё? Дай воды. Аля, Аля. Аля. Аль, ты чё? Кажется, уснула. Я ничего не понимаю, что с ней могло произойти? Да я и сам не знаю. У нее раньше такого никогда не было. Ты же видела, она чего-то испугалась. Или кого-то. Того, кто иногда возвращается. Слушай, я тебя прошу, не наводи, пожалуйста, мистики. Я просто не верю этому дому ни на одну секунду. Что? В общем, все это время у меня было полное ощущение, что мы живем втроем. Я, Полина и этот астронавт, Нил. И что с этим делать, я не понимаю. Ну хорошо. А меня зачем на это шоу потащил? Валик. Ну а как бы я ее заманил к психоаналитику? Значит, гора к Магомету. Ну да. Я думал, после записи ты с ней поговоришь и намекнешь, что
Это именно я. Герой ее романа. Романа. Идиот. Возможно. Ты думаешь, она бы не догадалась? Откуда ноги растут? Ну, хорошо. Что тебе известно об этом Сергее Кирсанове? Да ничего особенного. Двоюродный брат. Живет, работает в Китае. У него там дом. И какая-то секретная совместная программа по освоению Луны. Вот и все. И, по-твоему, это ничего особенного? В смысле? Ну, а то, что космос, Луна, опять-таки романтизм. Куда уж нам, простым хирургам. Это точно. Ну и что они с Полиной? Виделись? Один раз она была в Гонконге. И? Нет. Правильно. Что правильно? А то, что твоя медиадива боялась разрушить иллюзию. Но сейчас этот Нил приедет, и все решится само собой. Ты должен его опередить. Да я даже точно не знаю, где она там. И... Иди сюда. Господи, от тебя сплошные неприятности. Ну, иди, иди. Иди сюда. Думал нас разыграть, но не очень-то у тебя получилось. Показывай сумку. Ну, давай, давай. Не хочешь по-хорошему, ладно? Миш, отбери у него его великое сокровище. Давай сумку. Дай сюда. Давай, давай. Дай сумку. Давай. Ой, Лёх, а что случилось? Миш, Маш, ну чего, ну чего как дети, а? Ну отдай сумку. Миш, я тебе говорю, отдай сумку. Ну хватит, мне правда, а? Держи. Что ты? Держи. А ну-ка верните ему. Прекратите немедленно. Миш, хватит издеваться, а? Только посмотрим. Только посмотрим. Нет, он заняться нечем. Тихо, тихо, ну, подожди. Ну-ка не трогай его. Ого-го! Все, 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 все. Ну и что? Смотри, это же твоя. Я не думал, что он будет хранить их 20 лет. Да ладно. Держи. Лёв, ну, не обижайся. Полина, что ты злишься, а? Из-за Лёки? Я на все злюсь. Слушай, ты меня за уши тягала, я же не злюсь. Это когда тебе тягала за уши? Когда, когда? 20 лет назад. Что, забыла? Чего? Фу. Подожди. Что? Иди сюда. Как тебе это? Где ты это взяла? Тата нашла у себя в комнате. Не очень похоже на детские секреты, правда? А почему она только тебе это показала? Интересно. Быстро вы с ней подружились. А ты что, против? Я? Я за. А зачем ты мне это все показываешь? Ну, во-первых, потому что ты полицейский. А-а-а. И во-вторых, и в-третьих тоже. А я думаю, что это не полицейская история. Это киношная. Все живы и здоровы, нечего беспокоиться. А, то есть мы все выдыхаем, да? Я знаю, о чем ты думаешь. Мне это совсем не нравится. А мне это тоже не нравится. А ты что, думал, что все будет по-другому? Честно говоря, да. Нет, я мог предположить, что вот эти все роскошные склоки будут. А то, что все начнут копаться в прошлом, 20 лет прошло, все давно закончилось. Слушай, ну подожди, ну смотри. Вот эти часы без стрелок можно спихнуть на Лёку. А снимок ты на него не спихнешь. Почему? Ну потому что он никогда не покидал этого дома. Где он мог его раздобыть? Нигде. Если только ему его не вручили. С соответствующими указаниями.
Ну прекрати. Он всех боится и никому не доверяет. Он же как ребенок, он не способен на ложь. Он не способен, зато другие способны. Ну а что мне делать с этой фотографией? Ну, забудь о ней. Это Лёкин. Он здесь каждое утро рыбу ловит. Вчера весь день торчал. О! Кто там? Тата. В каком-то особняке на смотровой площадке. Интересно, что он там делает? Ты знаешь, я тут тоже кое-что нашел. У бабки старые детские фото. Не помню, чтобы мы в детстве фотографировались. Да это не те. Вот этой вот лет 40. Здесь все наши родители и старуха в центре. Вот здесь слева явно кого-то не хватает. Кого? Другие фотографии также обрезаны. Есть подозрение, что это те двое. Самый старший и самая младшая. Помнишь? А, да, конечно. Двое детей бабули, о которых почти ничего не известно. Из них самый старший – это Илья, отец Сережи. Я помню, что я случайно подслушала разговор отца. У тебя дома ничего такого нет? Нет. Давай сюда. Их вообще нет. Кого? Папиных детских фотографий. Есть студенческие, есть из Козылкума, где мы жили, есть свадебные. А детских нет. А нам мать говорила, что все фотографии при переезде пропали. Странно. Ты ведь сам видел, Микель. Я ведь ему нравилась. А потом приехала эта сволочь часто, и он переметнулся к ней. Да не факт. А твоя записка – факт. Ты тоже переметнулся. Предатель. Мы же во всем разобрались. И ты обещала забыть. Это оказалось труднее, чем я думала. Ну, прости меня. Хватит. Меня задрали твои извинения. Они ничего не стоят. А что стоит? Верность. То, что я могу на тебя положиться. Всегда. Так так оно и есть. И ты можешь это мне доказать? Да. Что мне сделать? Я хочу, чтобы оно сдохло. Полина! Полина! Ты так и будешь стоять? Полина! Что? Идем! Идем, идем! Нужно Лёкины удочки забрать, иначе их сопрут. Идем. Опять незваны. Да что ж такое? Ребят, люди в отделении. Мы работаем с вами. Виктор? Сейчас придет. Здравствуйте. Андрей Новиков. Да. Да. Скажите, Полина с вами не связывалась? Знаю, что уехала. На днях должна сдать колонку. То есть будет звонить. А не могли бы ей передать, что я жду звонка? Это очень важно. Нет, ничего страшного. Спасибо. Извините еще раз. Да, до свидания. Да никого здесь нет. Кто бы спер? А куда все подевались? А землю выкупили. Под элитный гостиничный комплекс. Вот и подевались. Так а где гостиничный комплекс? А строительство-то еще не началось. А бабушку почему оставили?
А бабку отсюда было не выкурить, как утверждают знающие люди. Конечно, если бы не Сережа, старуху бы отсюда турнули бы первой. Ну, хоть какая-то польза от его богатства. Уже хорошо. Спасибо. Ой. А вот я только одного не понимаю, почему Маша так переживает за этого шарфа. Ну, возможно, она вспомнила то, что не хотела бы вспоминать. Если на то пошло, шарф — это никакая не улика. Я знаю материалы дела. Асту задушили брючным ремнем. Это Машук? Не тронь. Что? Корабль называется. Не тронь меня. А. Я твои удочки принесла. Ты помнишь, как мы рыбачили в детстве? Ты, я и Сережа. Помнишь, мы были друзьями? Ты не обижайся на нас за сегодняшнее утро. Лёка не сердится на Белку. Просто знаешь, так иногда бывает, когда получаешь неожиданный подарок и не знаешь, как на него реагировать. Скажи, это ты подбросил всем детские секретики? И этот шарф? Лёка не хочет ничего плохого никому. Я знаю. Знаю. А мне понравилась стрекоза. Спасибо тебе. У Лёки для всех есть подарки. Ты сам собрал? У Лёки толстые пальцы. Лёка бы не справился. А кто же справился? Это тайна. Лёка откроет Белке тайну. Пойдем скорее. Ух ты! Что случилось? Да там на тату напали. Пойдем. Ты ничего не объяснил. Да чего объяснять? Стукнули ее по голове чем-то тяжелым. Пойдем. Подожди. Она жива? Да жива. Шило сказал, рана не опасная. Да подожди ты. Ну, вы уже что-нибудь сделали? Например? Ну, вызвали скорую, полицию. Телефоны не ловят. Как это не ловят? Ну, проверь. Ну, вот. Что за чертовщина? Глухая зона. Да и тем более тата была против врачей. Пошли. Значит, никто из вас не выходил отсюда. А сам-то ты где был в это время, а? Вопросы задаю здесь я. Вопросы ты будешь задавать в своем вшивом Архангельске. А в этом райском уголке все равны. Ну, хорошо. Все это время, за исключением последнего получаса, я был с Белкой. Надеюсь, претензий к ней нет? Для того, чтобы шваркнуть человека по голове, достаточно минуты. А остальные 29, чтобы замести следы. А зачем мне это надо? Убрать конкурента – святое дело.
Только надо было посильнее пристукнуть, чтобы наверняка. Не рассчитал? Ах ты, ты стерва, а? О, а вот и Белка. Она подтвердит. Мы вместе с ней были на берегу, правда? Да. Вот. И оттуда увидели в бинокль Тату. А потом, когда мы расстались, я решил к ней подняться. И обнаружил ее там, только без сознания. Кто-то ударил ее по затылку. Мы с Микелем никуда не выходили. Я тоже был здесь, в зале приглядывал. Ей, кстати, лучше стало. Ну да, еще одна жертва обстоятельств. Может быть, великая актриса присоединится к нам? Легче не значит хорошо. Она попросила пока ее не беспокоить. Ну да, решила отсидеться до приезда нотариуса. В избежании хорошо спланированных несчастных случаев. Молодец. Пойду Тату проведаю. Полина! Полина! Да не стоит. Почему? Я хочу помочь. Все, что надо, я сделал. Рану обработал, перевязал. Шишка небольшая, крови немного. Она отлежится, и все будет в порядке. Так я хочу сама убедиться. Что происходит? Я дверь запер. Так будет лучше для Таты. Ну и для всех нас. Для нее будет лучше, если я сейчас с ней побуду. Послушай, я тоже за нее переживаю. Ну уж больно она активная. Всюду сует свой нос, ходит там, где не надо. Ты-то откуда знаешь? Где надо ходить, а где не надо? Нигде не надо, как выясняется. Сама видишь, к чему это все привело. Дверь открой. Прошу. Тата! Ты как? Жива. Иди ложись. Слушай, тебе нужно вызвать скорую. Ой, не надо никого вызывать, тем более скорую. Ну как ты? Тебе нужно осмотреть. Возможно, у тебя сотрясение. Все нормально, я все равно никуда не поеду. Ты уверена? Нет, но я никуда не поеду. Вот чертова семейка. Нет, честное слово, вы все друг друга стоите. Ты можешь рассказать, что произошло? Тата! Тата! Я дал ей снотворное, пусть поспит. Она тебе все равно толком ничего не скажет. Потом поговорите. Пойдем. Пойдем. Пинцет есть? Какой пинцет? Учитывая полевые условия, подошел бы медицинский. Но и для бровей бы сгодился. А зачем он тебе? Хочу прошвырнуться на место предполагаемого преступления. Улики подсобрать. Ты со мной? Ой, а что, можно? С пинцетом? Можно. Ты же говорил, что здесь не осталось жителей. Это не жители, это небожители. В окрестностях я знаю 2-3 богатых особнячка. Жаль, не сезон сейчас. Тебе-то что? Одолжил бы у Лёки бинокль, чтобы поглазеть на мочалок в бикини. Послушай, все-таки мы зря не вызвали полицию. А я в качестве полицейского не подхожу, да? Опер со стажем, между прочим. Лишние люди, лишняя суета. Вот дождемся нотариуса, решим проблему с наследством. Вызывай кого хочешь, хоть Человека-паука, если тебе так не имется. Эй, подожди. По-моему, это частная собственность. Это CSI. Место преступления. Ну, что ты там стоишь? Давай. Бегом! Произошло здесь? Нет. А чей это дом? Да я не в курсе. Вот смотри, видишь этот куст? А рядом одинокое дерево. Да. Вот раньше это был заброшенный фонтан. А у фонтана знаешь что? Что? Там стоял красный мотоцикл. А ну марш мотоцикл!
Ну-ка, дай сюда. Держись крепко. Ты не трожь, ты там ничего. А мы с Ростиком частенько здесь паслись из-за этого мотоцикла. Да, хозяина мотоцикла звали Егор. Надо же, не забыла. И ты не забыл. Вообще-то я забыл и никогда бы не вспомнил. Вот черт дернул послать запрос по убийству Асты. Да, там же и про ремень узнал, кстати. Слушай, не ты ли призывал похоронить эту историю раз и навсегда? Да пойдем! Ну что ты, профессиональный интерес, ну не удержался. А то лето мне запало крепко в голову. Убийцу не нашли, а остальное не важно. Того бедного парня Егора Хлопова прессовали по полной. Ему пятнашка горячего за предумышленное. Все же знали, что он гуляет с Астой. Конечно, еле отмазался. Отпустили из-за недостатка улик. И что это значит? Что он невиновен? Это значит, что дело вели некомпетентные идиоты. Стоять. Слушай, а откуда ты узнал, как попасть в замок? Это все мое природное любопытство и страсть к изучению местности. Еще помню мотоцикл. Это герой моих детских снов. Мотоцикла давно уже нет. А фантомные боли остались. Еще вопросы будут? Вот ты сказал, что мы видели тату в бинокль. Так. Но видел ее только ты. А ты намекаешь, что ее не было? Нет, я тебя не обвиняю. Нет, пожалуйста, расспроси ее сама, когда вернемся. Ты же сказал, что дал ей снотворное. Доза-то не смертельная была. Хотя бес под руку толкали. Так, ладно, отойди от меня. Что? Ну, отойди подальше, помоги мне. Мне надо проверить. А. Отойди, отойди. Еще ниже? Еще ниже. Давай, иди сюда. Странно. Что странно? Нападавший не мог подойти бесшумно. Тата бы услышала его шаги и обернулась бы. Ну подожди, может быть, он подошел с другой стороны? С какой другой стороны? Здесь вода. Ну, я не знаю. А если она просто задумалась? Ну какой? Вот со мной такое бывает. Ну какой задумалась? Ну есть факты. Тата курит самокрутку. Я нашел здесь пять окурков. Даже если предположить, что она курила одну за другой, то это получается 20 минут. Я увидел тату еще до дождя, ей ничего не угрожало. Потом был короткий дождь, это 5 минут, потом я приплыл сюда, поднялся, накидываем еще 10 минут. Так, что у нас получается? Что получается? Получается, что она отсюда никуда не уходила, даже во время дождя. Это странно. Странно. Странно, что она не услышала шум приближающихся шагов. Вот это странно. Так что твое предположение о ее задумчивости не работает. Почему? Ну, потому что она здесь явно кого-то ждала. Именно здесь, на смотровой площадке. И должна была быть на стороже. Да с чего ты взял, что она кого-то ждала? Вот я нашел это здесь. Лежал около нее. 10 часов, приходи. Будет интересно. Без подписи. Ты бы на такое клюнула? Ну, она объяснила, откуда записка? Да, сказала, что была в кармане ее куртки. В доме, где все свои? Угу. Мутная история. Я никак не могу понять, кто банкует. Хотя должен был уже. Это все добром не закончится. Посмотрим. Это она так сказала, тата. Она сказала, добром все это не закончится. Ты знаешь, я уже начинаю сомневаться, что бабушкин дом такой безопасный. Ну, за запертыми дверями ей ничего не угрожает. Слушай, я вот все понять никак не могу. Откуда же у тебя снотворное? Ты что, его с собой возишь? Да нет. Нашел в аптечке, у бабушки в доме. Ты знаешь, кажется, непросроченное. Да ты что? Да. Вот что я тебе скажу. Что?
Да, мне нужны деньги. Очень. Я буду свою долю рвать зубами, но только свою. Ну что, союзники? Ну да. Да, еще. Вот что я нашел в гостиной. Кто-то играет по-крупному. Ух ты! Подожди! Очень больно. Терпимо. Ну зачем же ты полез через стену? А что, ты предлагаешь, чтобы я эти железные ворота ломал, что ли? Ты следишь за нами? Что случилось? Халька пропала. Ильбек Маратович? Новиков, да. Мне бы двое суток. За свой счет по семейным обстоятельствам. Нет, ничего страшного. Ближайшая плановая операция у меня в четверг. А если что-то экстраординарное, то меня подменят. Я договорюсь. Спасибо. Спасибо, Ильбек Маратович. Ага.
взять письма из шкафа Н. Н. Нил. Держание. Проклятье. Растащили всю мародеру чертовы. Алька! Аль, ты где? Так. Аля! Слушай, там Аля не вернулась? Я что, обязана следить за ней? Ну, а ты там что забыла? Пыталась обчистить то, что обчистили до меня. Еще вопросы будут? Аль! Не кричи, ее там нету. Черт, да куда же она могла деться-то, а? Выехала первым тарантасом на съемки к Стивену Спилбергу. Слушай, ну ты меня достала! Держи свои тупые шутки при себе! Понимаешь, ты меня достала! Достала ты меня уже, понимаешь ты или нет? Это вы меня уже здесь все достали! Можно помолчать, потерпеть, еще сутки! Да ты заметь, что не я это первый начал, а она! Ну все, все, все! Слушай, может быть, она просто вышла прогуляться, на свежий воздух, подышать, а мы тут бьемся головой. Да как ты не понимаешь, что она была не в том состоянии, чтобы куда-то уходить? И если бы она куда-то бы и пошла, она бы мне об этом, подожди, она бы мне об этом сказала. Подожди, ты подожди. Иногда с девушками бывают такие ситуации, о которых братьям знать не обязательно. Понимаешь? Ты продала? Ты на что намекаешь? Девочки нас опередили, только признаваться никто не хочет. Ну, там, я не знаю, тайное свидание. Хранила сундук. Может, туда все заперло? Ну что? Ты вообще нормальный? Что? Тайное свидание! Рядом с Юком? Ну, да. И что думаешь? Если была уже одна записка, значит, вполне могла быть и вторая. Адрес отправителей. Отлично. Девушка, здравствуйте. Скажите, а могу я заказать билет на самолет? Белые волосы, зеленые глаза. Мне не нравится вся эта история. Алька! Это если ее тоже кто-то стукнул по башке, это уже будет явный перебор. Слушай, дай мне ключ. Я тату проверю. Аля! Да. Вообще, знаешь, я тебе скажу, мы все-таки должны показать этот снимок Никите. Ну, мы же договорились, забыть о нем. Изменились обстоятельства. Ну, какие обстоятельства? Никита! Ну, какие обстоятельства? Ей не сидится дома, она вышла погулять, это обстоятельства. Знаешь, ты можешь считать меня мнительной идиоткой. Да я и так тебя считаю. Никита и так на взводе, не надо его нервировать. Я послушай, тебя прошу. Возможно, что-то знает про этот снимок, понимаешь? Никита! Хорошо, хорошо, хорошо. Покажи ему, покажи. Покажу. Сейчас же покажи. Что? Никит, ничего. Очень смешно. Покажи ему. Хорошо. Что хорошо. Покажи? Никит. Никит. Что это? Ну? Посмотри, посмотри.
И что? То есть, все нормально? Ничего необычного? Да это первая Алькина роль. Ну, труппа играла. Простыней накрыли, даже в титрах не указали. О. Шила. Подожди. А откуда у вас оказался этот снимок? Да мы и сами удивляемся. Нет, вы не понимаете. Этой фотографии не существует. Как это? Ну, Алька тогда, она из чистого суеверия попросила, чтобы ее не фотографировали. Петр Степанович, здравствуйте. Да, Новиков. Как здоровится? Ну и отлично. Ну что вы, это моя работа. Петр Степанович, вы говорили, что к вам можно обратиться, если вдруг понадобится помощь органов. Да, понадобилось. Скажите, а не могли бы вы узнать информацию про одного человека? Вот здесь вот явно чего-то не хватает. Ты не имеешь права рыться в чужих вещах. Ну, конечно, не имею права. Но при форс-мажоре это правило не действует. Вот смотри, смотри. Женская сумочка. Документы, деньги, губная помада, телефон, расческа. Где сумочка? Ее нет. Вывод какой? Она взяла ее с собой. Конечно. Девушка берет с собой на свидание сумочку, вполне логично. Если только они с братцем не захотели нас всех здесь развести. Ну, прекрати, пожалуйста. Мы же все видели Никиту. Он действительно переживает. А потом эта записка вчера для Али. Почему она оказалась у нее? Потому что у них первые буквы имен совпали? Да со вчерашней запиской все ясно. Как это ясно? А кто ее подкинул? Зачем? Ну, детские шалости. Ты помнишь, что случилось с Астой после такой записки? Я тебе уверяю, что вот этим все и закончится. Ну, не надо каркать только. Знаешь, мне нравится твой оптимизм. Ну, даром ты его не получишь. Могу отдать по сходной цене. У меня дурное предчувствие. Ты хочешь соскочить? Пожалуйста, если что, свисти. Я тебя провожу до трассы. Подожди. А зачем фонарики? Искать идем. Алло, все вместе. А вы до ночи собираетесь искать? Так, может быть, тогда и надо и вертолеты заказать поисковые, ну и пиццу заодно. А? Ты с нами, Шила? Парни, может, хватит пороть горячку? Давайте сядем, спокойненько подумаем. Понятно. Ростик. Никита, догоняй. Ростик. Никита, сядь. Ростислав! Знаете, я все-таки предлагаю вызвать полицию. Еще одна умная мысль. Во-первых, как? А во-вторых, что мы им предъявим? Как минимум, нападение на одного человека и исчезновение другого. Мы будем выглядеть полными идиотами, если сунемся в ментовку, а девчонка явится через полчаса, еще до появления ментов здесь. Но я тебе скажу другое, что это дело семейное, и решать мы его будем здесь все вместе. По-семейному. Вот так. Никит, у нее есть парень? Парень? Ну, тот, кто мог бы притащиться за ней сюда, и с кем бы она могла встретиться. Да что за чушь? Я спросил про парня. Нет, ну, был у нее парень, сын продюсера, но она больше с ним не встречается. Перспективный хоть? Тебе не вариант. Ладно, хорошо, я иду с вами. Ты не передумала? Предложение проводить до трассы остается в силе. А ты что, уезжаешь? Хоть одна хорошая новость за день. Я дождусь, пока тата проснется. И посмотрим. Угу. Хорошо. Эй! Эй! О! А ты не хочешь составить нам компанию? Я думаю, что это не очень хорошая идея. А мне хотелось бы знать, что думает он. То же самое, что и я. Не сидится на месте? Собирайте экспедицию хоть на Амазонку. А Миша останется здесь. Должен быть в доме хоть один мужчина. А? Мужчина? Ну-ну. Что, идем, нет? Да, идем. Найди Леку, он один знает окрестности. Ага. Пошли.
Нет, это массовый психоз, и я в нем участвую. Мы все в нем участвуем. Ну, сюжетец-то складывается. Сюжетец? Не напишешь обо всем об этом? А я вот так и вижу название. «Терминатор 2. Судный день». А ты кто? Терминатор? Нет, я десадовский полицейский. Очень смешно. А «Вспомнить все» пойдет? Нет, не пойдет. Потому что это уже было? Потому что не хочется вспоминать. А-а-а. Шила, ты идешь? Иду. Ну ладно, мы пошли, не скучай. Не поддавайся на провокации, Маш, в случае чего стреляй на поражение. Все, мы скоро. Пойдем. А ты прям решила покинуть нас? Выбываешь из грызни за наследство? Я устала от скандалов. А как же Сережа? Не дождешься? Помню, в детстве ты от него не отлипала. А теперь он может принести гораздо больше дивидендов. Судишь по себе? Самое время судить. Когда-то твой длинный язык слишком дорого мне стоил. Мы были детьми. Это вы были детьми. А я оказалась достаточно взрослой, чтобы получить обвинение в убийстве. Тебя никто не обвинял в убийстве. Разве? И письма не было? К матери, проклятой Стонке, 20 лет назад. Там меня напрямую называли убийцей. Я ничего не знаю про письмо. А очень удобно ничего не знать. Да, Белка? Значит, это ты всем сказала, что мы убили Асту? Ничего я не говорила. А что ты сказала? Что? Я просто сказала, что вы с ней ругались. Ванё, мы трое знаем, о чем был тот разговор на пляже. Ведь мы хотели избавиться от чертовой эстонской задаваки, так? Нет. Ну, значит, мы ничего не замышляли. Ничего такого не говорили! Нет! Значит, ты соврала, ну! Да, я соврала! Все, Маш, хватит! Одной больше, одной меньше, какая разница! Ты в шахматы играешь? Нет. Ну, очень хорошо. Почему? Ну, потому что все просто спят и видят, как сыграть в шахматы с астронавтом Нилом Армстронгом. Это еще со времен большого космического путешествия пошло. И большого ограбления поезда. Я не хочу. Ха. Шпыньк. Подружимся? Подружимся. Ха. А когда было большое ограбление поезда? Тогда же, когда и случилось... Большая космическая Одиссея. Ты не хочешь принять участие? В чем? В обеих компаниях. А ты участвуешь? Само собой. Тогда и я тоже. Отлично. Давай опять. Куда ты собралась? Я должна тебе отчет предоставить в письменном виде. Мы еще не договорили. В следующий раз. Ну, другого раза может и не быть. Ну, к примеру, упал человек с лестницы, сломал себе шею. Ой! Вот, все. Летальный исход. Какие ж тут могут быть разговоры? Нам будет очень не хватать знаменитой журналистки Полины Кирсановой. Да, Микель? А мы здесь не одни. А, ты надеешься на ту маленькую дрянь, которой проломили голову за чрезмерное любопытство? Тут каждый сам за себя. Это ты хочешь так думать.
Не сейчас. Петр Степанович, удалось? Отлично. Я весь внимание. Как? Когда? Спасибо. До свидания, Петр Степанович. Алька! Аля! Слушай, у меня 2 минуты! Аль! Слушай, все идет по плану. Некоторые уже собирают чемоданы. Так что действуем, как договорились. Аля! Аля! Я знаю материал дела. Асту задушили брючным ремнем.
собака! Нас всех очень сильно напугало. Больше никогда так не делай, поняла? Да. Ты обещаешь? Да. Алиночка, я попрошу тебя посидеть в той комнате, только очень тихо, очень тихо, тихонечко, как мышка. Петя, я видела, что вы сюда входили. Я хочу только поговорить с Полей. Неужели я многого прошу? Можешь понять, Полинке 11, она еще ребенок. Ну что она может тебе рассказать? Мы получили письмо, очень странное. Конечно, я не верю тому, что там написано, но, может быть, Поля что-нибудь знает. Вера, извини, но... А если бы это случилось с твоей дочерью? Дорогая моя сестричка, пожалуйста, сядь, сядь. Полина столько всего пережила. Она вот только-только начала приходить в себя. Ты пойми, я не могу позволить, чтобы... Твоя девочка хотя бы жива. Прости. Прости меня, пожалуйста, но нет. Это нам наказание. Не начинай. Не начинай, я тебя прошу. Нет, я скажу. Это нам наказание за Ингу. За то, что мы все эти годы делали вид, что ее не существует. Что их не существует. Так решила мама. А что бы мы сказали своим детям? Как бы мы смогли все это объяснить? Мама, мама, мы уже давно взрослые, Петя. Почему мы до сих пор живем ее умом? Так она решила. И не нам ее судить. Сегодня ночью я снова слышала этот звук. Очень длинный, очень тихий, как если бы плакал ребенок. Или кит. Илья говорит, что это есть корабль. Корабль-спасатель. И еще одна душа успокоилась. Но как утешить кита? Ноги у дождя слишком длинные. Слишком быстрые. Хочу, чтобы он умер. Хочу, чтобы я умерла. Хочу, чтобы я умерла. Или хотя бы разбила, или хотя бы разбила коленку. Илья умеет утешать коленки. Кто здесь? Эй! Эй! Откройте! Эй! Куда ты ломишься? Совсем обалдела, что ли? Тихо, 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 тихо. Как хорошо, что ты пришел. Ну все. Я нашла Алю. Где? Она там.
Очень интересное кино. Значит, она с тобой? Она. Она мертвая там. Она там. Все, мертвая. все. Слышишь? Успокойся. Все. Подожди. А как ты здесь оказался? А ты? Я тебя первая спросила. Я вижу, ты садишься в лодку одна. Разве я могу тебя оставить? А всех остальных я еще полчаса назад потерял. Это здесь? Да. Цирк с конями. Где она? Там, в сундуке. Нет, я не верю своим глазам. Нет, этого не может быть. Иди сюда. Я не хочу. Я прошу тебя, иди сюда. Нет, я не хочу, сюда. Я уже видела. Ее нет. Ее здесь нет. Я не знаю, что делать. Ее здесь нет. Подожди. Я видела ее, она лежала здесь. У нее была полоска вот так, как на фотографии. Я попробую. Сейчас. Я с фонарем поищу. Я сейчас найду ее с фонарем. Да подожди. Я найду. Я видел ее, как тебя, клянусь. Я прошу тебя, давай не будем терять надежды. Она наверняка просто зарылась поглубже туда. На всякий случай зарылась, чтобы мы не нашли. Я сейчас найду. Ты считаешь меня сумасшедшей? Нет, что ты, одно из двух. Тебе, может быть, тебе просто показалось. Показалось, что в сундуке труп? Нет, ну, при известной доле воображения могло и показаться. Ты считаешь меня сумасшедшей? Да нет, я сказал, одно из двух. Тебя просто разыграли, и все. Такими вещами не шутят. Ну, сейчас я поищу. Хорошо, кто меня разыграл? Учитывая нежную родственную любовь, кандидатов полно. А как ты сюда попала? В эту комнату? В этот замок. А, ну, я получила приглашение с ключом. А, еще одна записка? Ну, почти. Нет, я ничего не понимаю. Нет, женской логики мне не постичь никогда. А история с Татой тебя ничему не научила? Ну, поверь, у меня были причины сюда прийти. Какие? Я не могу тебе рассказать, но, поверь, они были. Я не понимаю, мы союзники или нет? Мы союзники. Ну? Я жду. Вот. Скажи, а ты что-нибудь слышал про Ингу Кирсанову? Ну, судя по фамилии, это кто-то из наших родственников. Ну да. Угу. Вот за это я не люблю большие семьи. Родственники валятся и валятся нам на голову. И предъявляют права на все, что плохо лежит. Она тоже, что ли, претендует на наследство? Не знаю, я не думаю. Ну и все, и забыли о ней. А то и так очень много народу утрамбовалось. Давай, будем выбираться отсюда. Да не мельтеши ты. И так не по себе. Этого-то они и добиваются. Кто они? Нет, придумано, может быть, и неплохо. Но вот они прокололись с запиской. С какой именно? Ну, ту, которую получила наша королева эпизода. Ну, вот точный текст мало кто помнит, кроме Миши Маш. И про время, и про аллею, и про яблоню. Ну, почему же? Я помню. Недословно, конечно, но... Ага. Помнишь, что случилось с Мишем, с Астой? И чем все это закончилось, тоже помнишь? Да. На то и расчет. Слабонервные должны были удалиться отсюда толпой, с тревожными чемоданчиками. И ты в первых рядах. Первый кандидат. Ты же сама огласила. Я еще ничего не решила. Ну, очень серьезно задумалась. Стоит ли Овчинка выделки? То есть ты подозреваешь Миша и Маш? И Миша, и Маш.
Никитки на детишек. Этого не может быть, понимаешь? Потому что Маша и Никита друг друга терпеть не могут. Они все время ссорятся. Это для вида. И нападение на Тату тоже для вида, чтобы мы переметнулись на этот случай. Чтобы выбросили Алю из поля зрения. И Никита с помпой устроил поиски, чтобы выманить как можно больше народу из бабкиного дома. Но когда я уходила, Миша и Маша оставались в доме. Ну и что тебя смущает? Двое орудуют снаружи, двое пугают внутри. Все расписано как по нотам. Нет, ну нет, ну... Понимаешь, никто друг друга не видел после того лета. Все так говорят. Но проверить это невозможно. А я уверен, что это кинодетишки сценарий придумали. Просто киношка. Триллер голливудский. Оскар понеплачет. С телефонами что-то происходит. Но если кто-то играет по-крупному, то вывести связь из строя. Какая ошибка, Валик? В телеграмме о наследстве, отправленной позавчера, сказано: Белка, приезжай за ПТ, звонил Сережа за ПТ, обещал быть ТЧК. Но этого, как ты понимаешь, не может быть. Значит, Полину специально кто-то заманил, зная, что она обязательно клюнет на такую приманку, как Нил. Какую ты хочешь? Ну, посмотри внимательнее. Вон какую? Эту? Ну, правее. Я не пойму тебя. Правее. Какую? Вот. На тебя смотрит. Правее. Эту? Нет, вот. Вот эту? Вот. А. Вот эту. Ой, давай ее сюда. Что, Бобик в гостях у Барбоса? Да? А вы что здесь забыли? О, я смотрю, пьем. Хорошие вина. Однако, у вас губа не дура, мадам. Рыночную стоимость этого винишка я называть не буду. Ну, конечно, ты-то разбираешься. Ну, немного, немного. Расследовал одно темное дельце. Так вот, фигурант этого дела очень любил такое вино. И вот он плохо кончил, между прочим. Но это не ответ на вопрос, что вы здесь забыли. А вопросы здесь буду задавать я, как единственный представитель закона. Да что ж тебе так пучит-то? Не наигрался еще Шерлока Холмса? А, тут кое-что произошло, пока вы занимались дегустацией. Да что здесь могло произойти? Кому-то палец в дырях прищемило? Да нет. Возможно, убийство. Убийство? Да. Убийство, убийство. Убийство лысого в подвале, пустым мешком по голове. А как вы сюда попали? Мы были приглашены. Приглашены? Угу. Что-то больно много приглашенных на один квадратный метр. Ну, лично у меня здесь деловая встреча, а Микель меня сопровождает. Да, Микель? Две недели назад я получила письмо, где меня попросили сопровождать сделку по продаже замка. Какого замка? Ну, вот этого замка, шахматная королева. А кто предложил? Ну, не ты же. Хозяин. Ты знаешь хозяина? Жажду. Жажду узнать. Но никогда его не видела. А узнала его существование только из письма. Странно все это получается, странно. То есть вы ехали на оглашение завещания, а тут бац, и соседний дом продается. Да. Случайно. Да. А почему-то сделку втюхивают именно тебе. А я бы на твоем месте крепко задумался. А я задумалась. Ну и чего надумала? Ну, комиссионные просто шоколадные, раз.
Рекомендации бывших клиентов 2. Так. Ну и, наконец, интуиция. И от шоколада твоя интуиция отказаться не смогла. Ну а почему нельзя совместить приятное с полезным? Да, странно. Вот странно. Из миллиона риэлторов почему-то выбрали именно ее, а? Интересно, загадочно все это. Не кажется тебе, нет? Нет. У меня прекрасная репутация. А по-моему, твоя репутация отвратительная. Ну, иногда ведь это одно и то же. А хозяин-то здесь? Должен был бы уже подъехать. Подожди. А? Только не говори мне, что это она. Белка, ты не хозяйка этого дворца? Нет? Увы, нет. Ну тогда давайте с пляжа. Быстро. А то я не хочу, чтобы здесь застали посторонних людей. Вообще-то, Белка тоже приглашена. А я ее сопровождаю. У нас и ключ есть. Белка, ну-ка покажи. А кто вам дверь открыл? Мы сами открыли. Если хозяин опаздывает, мы имеем право воспользоваться ключом, чтобы осмотреть замок. Это заранее было оговорено с заказчиком. Да. И ключ был зарыт под альпийской горкой. Нет. Ключ лежал в щитке перед входом. Покажи. Что? Ой. Ключ покажи. Сейчас. А? А? Оп, оп. А? Мунквин отель. Это что такое? Это отель в Гонконге, где я останавливалась несколько лет назад. В Гонконге, значит? Так. Я, кажется, знаю, кто хозяин. Кажется, я тоже знаю, кто. Угу, попалась. Ну, этому-то башку не прошибешь. Вот эти все писульки его не запугают. Я не понимаю, о чем ты. Тебя развели, душа моя. Я предлагаю поменять место разговора нашего. А то тут сыро у вас. Пойдем, Белка. А у тебя и план есть? А что у нас по номерам 11? Библиотека. Подойдет. Быстрее, не отставай. Ну как отель? Ничего так. Ну конечно. Ничего так. Пятизвездочный отель. Это здесь. Партиечку? Ну как, Гонконг? Понравился? Было любопытно. А почему ты остановилась в гостинице? А где я должна была остановиться? Ну, кажется, у нас в Гонконге появились родственники. Ну, если ты о Сереже, то мы не виделись. Странно, учитывая вашу детскую дружбу. Или это была не дружба? Так, ну вот, все готово. Вперед! Ну! Ну и что ты там плел про убийство? Да так, ничего особенного. Белка обнаружила тело в зимнем саду. Хм. Чье же? Представь себе той, которая пропала. Тело Али. Ну и слава богу. Жалко, что раньше не убили за ее бездарную актерскую игру. Ну что, теперь все на своем месте. Одним конкурентом меньше. Ну, есть маленький нюанс. Да? Тело исчезло. Как так? Ну, вот прямо так. У вас из-под носа? Ну, почти, да. Ну, смотри, нет тела, нет дела. Как там у вас говорится в ментовке? А я смотрю, тебя это не удивляет, да? А чего удивляться? Мне кажется, вы сами эту историю придумали. А мне кажется, эту историю придумали вы. Ну да, я и щенки из кинобудки. Ну, к примеру. Я их видела один раз в жизни, и то 20 лет назад. И рассчитываю еще 40 лет не видеть. Ну, ты столько не проживешь. Ну, где-нибудь угаришь по пьяной лавочке. Посмотрим, посмотрим. Бабка 88 протянула. Вон, еле-еле как спровадили на тот свет. А ты с таким отношением что, еще надеешься получить наследство? Да. Она мне должна. А много задолжал-то? Ну, как раз столько, сколько стоит грязная тайна. Ты никогда не задумывался, кто мог послать то злосчастное письмо Вере, матери Эстонки?
про то, что я убийца? Да нет, были дела и поважнее. Это ведь кто-то из нашего замечательного семейства. Больше некому. Тот еще гадюшник. И тебя не удивляло, что наши предки не общались? Общались. Ни предки писали, ни щенков. Они общались. Ну да, конечно. Открытки на Новый год и на Пасху. А дни рождения? Про дни рождения никто не забывал. Да, да, да. И письма старухи каждый год 15 числа. Какого 15-го? День рождения 22-го. Наша мать всегда отправляла 22-го числа. Ну и что? Тебе это кажется нормальным? Что никто ни с кем не встречался, но друг друга? Вы извините, кто-то упускал. Ну что здесь такого? Тоже меня удивило. Я в этой жизни такого навидался. Уж поверь. А то, что из бабкиных родственников никого не живет. Аста Роудсеп. 18 лет, задушена, предположительно, брючным ремнем. Ты знаешь, а мне нравилась ее фамилия. Да ну? Да, и волосы. И больше пережить это ты меня не заставишь. Напрасный труд. Нет, что ты. Если бы я тогда вел это дело, я бы даже не стал тебя подозревать. Где труд-то? А вот у твоего братца. Был ты брючный ремень? Михель. Тут следственные органы интересуются. Был ли у тебя ремень? В то лето брючные ремни были у всех. Даже у тебя, Шо. Ну, Микель, я тебя поздравляю. Ты стал главным фигурантом. За это нужно выпить. Я бы хотел выпить за ваше постоянство. Вино закончилось. Микель, принеси еще бутылку. По-прежнему помыкаешь им, как и 20 лет назад. Сестринский подпевала. Жалкий подкаблучник. Ты-то что об этом знаешь? Первый раз в жизни он позволил себе пойти против тебя. Положил глаз на девчонку, которую ты терпеть не могла. Ну так же было, Маш. Нет, не так. А как? Тебе мат. Еще партийку. Что-то не хочется. А я тебя понимаю. И его понимаю. Почему ты зовешь его Микель? Ну, так повелось. Аста его так называла. И я это помню. Очень дальновидно с твоей стороны. Что именно? А может быть, это такой хитрый план? Какой план? А постоянно напоминать ему о том, что он убил Асту. Thank you.
превратили его в ничтожество. А главное, кто? Две стервы, которых он любил. Ничего не могли придумать получше, чем унижать его при всех. Я этого не делала. Ты этого не делала при свидетелях. Именно поэтому ты еще жива. Ты что, серьезно? А ты не могла додуматься сама, а? Куда это он подевался? Пойду найду его. Два мотива. Только два. Месть и неразделенная любовь. Ты какой выбираешь? Твой самый старший и самый младший. Мама, Инга спрашивала про тебя. Как твое здоровье? Я соврал, что ты наконец прислала два письма. Мама, Инга спрашивала про тебя. Как твое здоровье? Я соврал, что ты наконец прислала два письма и больше не злишься на нас. Хотя бы пару слов. Мама, пожалуйста, напиши ей. Хотя бы пару слов. Хотя бы открытку пришли. Ей сейчас очень нужна твоя любовь и поддержка. Нам обоим нужна. Инге хуже. Врачи говорят, шансов нет. Прости нас. Твой любящий сын Илья. Твой второй внук. Второй твой внук? Сережа. Сережа. Погиб. Похороны. 17-я точка. Шила, ты здесь? Эй! Маш, Миш! Алло, Шила, а куда вы все пропали? Это я, Белка. А Шила где? Это же его телефон. Слушай, я в замке, где смотровая площадка. И что, вы там все вместе? Чего вы делаете? Тата, я не знаю, куда все подевались. Эй, Белка, что за приколы? Это не прикол, я тебя прошу. Вызови, пожалуйста, полицию. Алло! Алло! Шила? Это ты? Эй! Шила? Сережа! Сережа!
Сережа! Постой! Белка. Хочу поговорить с тобой, Мария. Догадываешься, о чем? Понятия не имею. О твоей двоюродной сестре. Ничего нового я вам сказать не могу. А ты подумай хорошенько. Я даже напрягаться не стану. Расскажи, о чем вы говорили с братом на пляже. Мы много о чем говорили. Может быть, ты мне скажешь, Михаил? Ну, мы много о чем говорили. И о том, что Асту надо убить, тоже? Нет. Так. Ну, твой брат, понятное дело, был против. Я... Заткнись, Микель! Пусть говорит. Нечего ему говорить, потому что все это неправда. Что именно? То, что мы хотели ее убить. Кое-кто слышал ваш разговор в подробностях. Кое-кто, кто заслуживает доверия. Если вы совершили это... Ее и пальцем не трогали. Этот человек все соврал. Да у него фантазия больная. Пошли. Такое не придумаешь. Покажите мне этого вруна. Он ведь здесь, в этой комнате. Никого здесь нет. Зачем ты убил их? Ты мстишь за своих родителей, да? Бедный, бедный Сережа. Бедный, бедный Сережа. Да, я скучала по тебе всю жизнь. И я. И я. Всю жизнь. Всю жизнь. Я хочу, чтобы все закончилось. Да. Да. Я хочу, чтобы все сейчас скорее закончилось. Дала себя давить. Без сопротивления, если бы я опоздала хотя бы на минуту. Как ты здесь оказалась? Я тебе звонила. Ты вызвала полицию. Они приедут, да? Приедут. Сказали, что вызовут наряд. Только когда они приедут, я не знаю. Откуда у тебя пистолет? Ушила, одолжила. Валялся у него в рюкзаке. Взяла с собой на всякий случай. Не думала, что пригодится. Черт! Шила он там, мертвый. И Маш. Все мертвые. Все. Надо выходить. Слышь, надо выходить отсюда. Я так его ждала. Кого? Сереж, я не думала, что все так получится. Так это он? Да. Ты знаешь, я сегодня кое-что узнала. Я не знаю, как с этим жить.
посмотри. Нет. Не хочешь посмотреть? Нет, нет. Нет, я не хочу. Что, неинтересно, как люди меняются за 20 лет? Я не хочу. Давай. Я не хочу. Давай, не посмотри. Не хочу. Это не Сережа. Вижу. Как же я дура. Ой, как же я дура. Все, слезы вытирай. Пошли разбираться, что здесь вообще происходит. Не сходится. Что не сходится? Шило застрелили, так? Угу. А у Лёки пистолета не было. Миш. А вот его я не вижу. Да, с нами был еще Миш. Ты хочешь сказать, что? Не знаю. Но как-то не очень хочется его идти искать. Давай, надо выбираться отсюда. Ты даже не спросила, о чем я узнала. Самое время рефлексировать. И как ты нашла черный ход, Тата? Скажи мне. Тебе объяснение короткое или длинное? На длинное времени нет, учти. Любой, пожалуйста. Я знаю этот дом как свои 5 пальцев. Я дизайнер этого замка. Да, Сережа дал мне подработать. Да, это его дом. Почему ты мне не сказала? Да ты не спрашивала! Миш. Черт! Ничего не понимаю. Я же как-то вошла сюда. Кто-то сменил пароль. Замок заблокирован. Слушай, мы можем выйти через центральный вход. Пойдем, пойдем. Я же тебе говорю, код заблокирован. Двери не откроются. А если через окна? Окна! Дохлый номер. Ролеты, решетки. Ну, ничего, 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 ничего. Ничего, сейчас скоро приедет уже полиция. Сейчас. Ты же вызвала полицию, да? Угу. Да? Полиция. Черт. Остается только надеяться, чтобы не повернули обратно. Ну, кто еще рискнет сюда сунуться? Ну, кроме таких дур, как мы с тобой. Нет, ну подожди. Мы же все-таки не просто дуры. Мы дуры с пистолетом. У нас же больше шансов, да? С пистолетом, да? Да, дуры с пистолетом. Знать бы еще, у кого второй пистолет. Слушай, я знаю одно место. Кабинет наверху. Там нет ролетов. Пошли. Пошли быстрее. Здрасте. Здрасте. Свободно? Садитесь. Спасибо. Ты гений, Белка. Я совсем забыла про это окно. Ой, высоко. Если только на крышу. Эй, эй. Надеюсь, до экстрима не дойдет. Что будем делать? Ждать. Полицию? Полицию. Ну, или когда рассветет. Или когда приедет Сережа. Ну, должен же он наконец-то когда-нибудь приехать. Ты знала об этом? Да. Давно? Достаточно давно, чтобы перестать думать об этом. Поэтому Лёка такой.
Тихий такой, как трава, да? Беззащитный, безотказный. Все какой-то кошмар. Кошмар? Кошмар — это когда твои родители объявлены вне закона. Проговориться о них даже во сне — страшный грех. Я ничего не знала. Инцест — дрянная штука. Не каждый захочет об этом знать. Особенно, если в это вляпались твои собственные дети. Совсем хреново, да? А бабулек ничего, держалась молодцом. Прокляла и забыла. И остальных тоже заставила забыть так, как будто ничего не было. Так. Нет, ну было что-то такое в детстве, как страшилка. Но папа ничего не рассказывал. Молодец. Хороший сын. Послушный. Ну, как остальные пятеро. Не то, что две паршивые овцы. Это не нужно. Не нужно было бабке оставлять Лёку себе, пусть бы сгнил где-нибудь в психушке, как мать. Тата, пожалуйста. Но не нужно. Мы уже ничего не можем изменить, понимаешь? Давай сожжем. Ну так, понимаешь, как будто ничего и не было. Как будто не было никаких бумажек. Только тогда уж и стонки не было. Лёка, ты чего? Ну чего стоишь-то? Помоги мне. Спасибо. Но как ты узнала? Просто была добра к Лёке, вот и все. Но мы все были добры к Лёке. Ну да. Эти ничего не стоящие слова. Спасибо, Лёка. Ты хороший, Лёка. Маш была честнее, она открыто его презирала. И даже забыла, что в то лето подарила ему сломанные часики. Откуда у Лёки часы, Маш? Скорее всего, сама подарила. Маш любит Лёку, как ни странно. Подожди, при чем здесь часики? Ну как, это ж подарок. А дурачки ведутся на подарки. Маш, Маш, злая. Не такая, как раньше. Ищут возможность как бы отблагодарить. Маш ненавидела Асту. Аста доставляла ей неприятности, была ужасно неудобной. Да, как гвоздь в ботинке. Как гвоздь в ботинке. А Лёка вытащил этот гвоздь. Ну, как умел. Он же дурачок, да? Он не убийца, Белка. Он спасатель. Такой же, как Сережа, они же братья. Интересно, и кого же спасал Лёка на этот раз? Хороший вопрос. Разве полицейские не сдают табельное оружие, когда уходят в отпуск? Хороший вопрос. Извините, а скоро будем на месте? Минут через 30, может, 40. А можно как-нибудь побыстрее? Ну, дорога там ужасная. Да и не ездит туда никто. Я спросил, можно ли как-нибудь побыстрее? Тут надо подумать. Не надо думать. Надо быстрее, ясно? Можно я уйду? Не дождавшись Сережу? Я хочу уйти. В старом доме ты его не застанешь. Он его не любил. Ну, давай. Давай, поиграем.
Поэтому и купил этот участок. И построил здесь замок. Хотел перевезти сюда бабку. Пу! И Лёку. Но старуха отказалась переезжать. Чем? Чем? Да ну чем же я хуже тебя, Белка? Что? Ты знаешь, мы очень часто разговаривали здесь, пока строили дом. Обо всем. Обо всем. Но больше всего о тебе. Фу! А всего-то и надо было. Подарить ему в детстве самодельную открытку. 20 лет! 20 лет он хранил ее! Че, не смешно? Нет, не смешно. Да ну почему ж тебе достается все самое лучшее, вся нежность тебе? А мне так, так, подзаработать. Это ж разве справедливо? Мы никогда не виделись с Сережей после того лета. Да это не имеет значения, это ничего не меняет, вообще ничего не меняет. Он всю жизнь опекал тебя. А мне так, дурачок достался. Это ты. Это ты всех убила. Ну, наконец-то. Я уж думала, ты не сообразишь. А ты знаешь, так даже лучше. Легче. А зачем? А если я скажу тебе, что из-за наследства, ты мне поверишь? Из-за старого дома? Ты что, сумасшедшая? Старухина нора, из-за которой все готовы были удавиться, давно переписана на Сережку. А нотариус? Нотариус! Да не было никакого нотариуса. Только так, телеграммы. Но это тоже я отправила. Господи. Ты сумасшедшая. А ты повторяешься. Так. Да я ж убью тебя раньше, чем ты до ручки дотронешься. А я не хочу. Не хочу. Сядь! Ну ладно, раз ты здесь, иди открой сейф. Код очень простой. Надо просто вспомнить о Сереже. Постоянство — самая отвратительная его черта. Давай. Давай, давай. Пистолет, кстати, оттуда. А еще там была твоя открытка. Ты отправишься со мной в путешествие? Все, Белка, пора к берегу приставать. Ты убила Лёку не потому, что спасала меня. Он очень хотел увидеть маму. Пришлось писать ему письма от ее имени, от имени Инги. Лёка её не помнил. Но всегда мечтал быть рядом с ней. Поэтому еще в юности придумал этот бред с часами. Он не останавливал стрелки, а вынимал их, чтобы время пошло вспять, и мама пришла к нему.
А тут вдруг Инга сама пообещала ему встречу. Но только если он будет хорошим мальчиком. Будет во всем слушаться тату, помогать ей и четко следовать инструкциям. Сначала я хотела просто напомнить о том, что все старались забыть, вычеркнуть из памяти. Ведь так легче, правда, Белка? Напомнить, что мы когда-то были детьми. И был тот август 20 лет назад. Была Аста. Для этого в богатой коллекции дурачка нашлось все, что нужно, и даже шарф из тонки. Лёка хранил его. Аля и Гулька опередили меня со своей фотографией, но это только больше запутало вас. Поэтому я решила подыграть кинодетишкам. Это дурацкий прикол. А это тебе. Здесь буква А стоит. Но потом Тате перестали нравиться гости. И Лёка прилежно исполнял новые указания. Уже не такие невинные, как подкидывание детских секретиков. Затаились, чертовы ублюдки! Нагадили, затаились! Кто подбросил мне эту мерзость? Успокойся, пожалуйста, все, наверное, еще спят. Просто лично мне подбросили вот этого ферзя белого. Смешно наблюдать за тем, как люди грызутся из-за наследства, которое никогда не получат. Придумывают разные детские страшилки, так, чтобы отпугнуть конкурентов. Малыши из кино очень старались. Придумали историю с фотографией. Как будто это могло кого-то напугать. Селфи! Улыбайся. Ашила купился на трюк с пробитой башкой. Тата, а? Ты понимаешь, что ты их убила? Так. Ты убила людей, понимаешь? Ты меня слышишь? Да. Ты меня слышишь? Да, но не всех. Я же сказала, не всех. Иначе это было бы несправедливо по отношению к дурачку, да? Так? Так. Но если нет никакого наследства, его нет, понимаешь? Есть! Оно есть, понимаешь? Сережина, копия в сейфе. Это очень большие деньги, Белка. Огромные. За всю жизнь и третьи не потратить, и все они принадлежат тебе. Остальным так достаются лишь крохи. Чем? Я хуже тебя. Ты сумасшедшая. Ты сумасшедшая, Тата, потому что Сережины деньги принадлежат Сереже, только Сереже. Уже нет. Как это нет? Ну объясни мне, как это нет? Сережа погиб. Полгода назад. При испытаниях. Об этом, естественно, ничего не писали. Его проект засекречен, как у нас, так и у них. А я подружилась с ним. Ну, знаешь, как в детстве мечтала. Монета у тебя? Монета у тебя? Так вот, это моя монета.
Ух ты! Смотри! Блин, подфартило. Это ж юбилейное! Ха! Тогда дарю на память. Только из нашей дружбы ничего не вышло. И всего лишь 50 тысяч долларов по завещанию. А тебе миллионы. Да чем же я хуже тебя? Ну чем? Тем, что ты убийца. Этого никто, никто никогда этого не узнает. Поняла меня? Ты поняла? А хочешь знать, как умерла бабулек? Сердечный приступ? Угу. Верно. Молодец. А знаешь, что его спровоцировало? Да всего-то и надо было шепнуть ей на ухо о смерти ее любимчика. Пу, и все. Лёка сказал, что на похоронах с ней был один человек. Так. Это был не Сережа. Так. Это была ты. Пришлось отдуваться за вас, за всех. Ладно, хоть скорбящая физиономия, от меня никто не требовал. Хотя она ее не заслужила. После того, что сделала с Ингой Ильей, после письма их Вере, матери Асты. Ну ладно, привет ей передай. Ты скажи, что выглядит все будет очень красиво. Очень хорошо. Как будто дурачок извел всю семью, а остался в живых только один человек. Этот человек не ты, Белка. Жаль. А я так хотела дружить с тобой. Должен был. Ты предупреждай в следующий раз. Родственникам можно передать, что мы тела в морг отвезли. Держи. Спасибо. Угу. Да, слушай. А как ты здесь оказался?
Самолет. Потом такси. Здесь было единственное окно, которое горело. А я очень хотел тебя найти. Нил Армстронг. Конечно. Когда? Скоро. Через неделю? Через неделю вряд ли получится. Тебе у нас понравится. У нас есть университет. Самый лучший. Будешь учиться. Алина, пора. Я думаю, это хорошая идея. Ага. А если через месяц? Может быть. Ты же будешь мне писать? Конечно. А если тебе вдруг станет плохо? Всякое может случиться в жизни. Ты... Мне уже плохо без тебя. Просто знай, что астронавт Нил Армстронг всегда рядом. И он придет и спасет меня? Да. Я люблю тебя, Сережа. И я люблю тебя, Белка. Я буду ждать тебя вечно, слышишь? Да, я готова. Я недолго? Собралась? Да. Вот уж не думаю, что переезд к тебе будет таким сложным. Ну, ты могла этим заняться и после отпуска. После отпуска работы некогда. Ну, и сколько у нас будет времени? Целая неделя. Ух ты. Дом у озера и никаких телефонов. Угу. Я люблю тебя. И я тебя.